Добрый день, уважаемые подписчики. Всех с праздником. Прошу прощения у вас всех, если что не так. Ну и как всегда мы приближаемся к территории X, Савеловский вокзал. Встретил сегодня друзей, ранее вам знакомых, Валерку Узбека и Сашку Белоруса. Здравствуйте! Всем привет огромнейший! Привет! Всем православным с праздником! Здравствуйте! С праздником всех! Простите нас, засранцев! Такие, какие есть! Нет, не такие! Ну, то есть не засранцы, а такие! Ну, все равно простите! Чисто от души душевно в душу! От души душевно в душу! Чисто типа опа! Че опа? Как вот они не мерзнут ходить так, а? Вот так, ребята, сейчас пойдем еще там посмотрим наших товарищей. Принес там кое-какие подарки им, мелкие. Просьбы выполняем потихоньку, ребят. Друзья мои, ну и чтобы наш путь не был таким скучным, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших друзей. Простите, всех не могу перечислить сейчас. Это вот крайние люди, которые переводили денежные средства на канал ТВ Маэстро. Хочу поблагодарить наших подписчиков, наших друзей. Малик Нурмагомедович и Катюшка, огромное вам спасибо. Серый Астрахань, благодарочка. Елена Андреевна, Дмитрий Валерьевич, Ирина Николаевна, огромнейшее вам спасибо. Егор Александрович, Ренат Зиганшин и Сергей Тростик. Это вот за последние дни, кто переводил донаты. Огромная благодарность. Всем вообще благодарность. Ну вот, выписал несколько человек. Надо тоже как бы сделать такую маленькую традицию, благодарить все-таки людей за помощь. О, наши друзья сидят. Я не знаю, там кто-то сидит. Может быть, не захотят сниматься. Я пока не буду. Вот он. О, Сёмка. А Иисус. Здорово. Здорово. Сёмка. Поздоровайся. Кто? Сёмка. Привет. Ой, Сёмка это. Серёга. Дед Серёга. Тихо. Осторожно. Это наш человек. Здорово, братан. Чё, как сам? А у тебя с собой этот бумбокс? Да. Братское сердце. Ну, я сделал вещи. Музик тебе. На, братан, твои зубья. Шансон, что? Там все, русский рок. А, блядь, саморез не взял. Ёптарарай. Ну, принесу. Давай, попробуй. Работа там где-то песен 40-50, но меня не считал. Закачал, короче. Ну что ты, не можешь ставить, Саня? Да, так. А мы же колбасу сожрали. О. Ну-ка, заряжай волынку. Ты включи, значит, что надо делать? Да, да. Долбоёб, даже не говорю, ты долбоёб. Ну, включил, нет? Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину
или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела в упор. Я ненавижу сплетни в виде версии, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти. Или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и не спроста. Я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Да. Сейчас другая будет, да? Ну да, по идее. Опа, погнали. О, зажигай! Дискотека. Кто поет? Вау! Санек. С первой ноты должен знать, кто поет. Вот он, стоматолог юный сидит. Мне губа нужен еще. Здесь он, нет? На шестом? А сколько там песен примерно, Сань? Песен 50. О! И там все их! И 80. Ну, в среднем по 3 минуты. 150 минут. Это почти 3 часа. Нормально. У меня крылья палки заряжены. Нормально. Долго заряжается. Бля, телефон быстрее заряжает. Чем музыка. Космос здесь? Да, здесь. Нет, ты нас любишь. Что, пожрать-то у вас есть, нет? Есть, но вот и мои подписчики. Подписчики приезжали? Город. Абакан. Абакан? Блядь, где они есть, а? Ё-моё. Так, ну ладно, люди довольны, самое главное. Так, проверим, кто у нас здесь. Кто там сидит на картах. А, космос стоит. Наверное, не знаю, кто это. А где же губа у нас? Не знаешь, где это губа? Ну вот здесь окошко. Где окошко? Окошко пошло. Блин, ну ты сегодня по-бастопэту. Сними меня. Что это Маня говорит? Маня? Да. Кто-то его изнасиловал или что? Ну типа да, типа она заяву что ли написала. На мне заяву написала, да? На тебе? Не, не на тебя. Не на тебя, кто-то изнасиловал или что? Или на тебя написал? Не, на мне, блядь. Говорит, а ты пришел? Аслана, блядь, не изнасиловал. Аслан? Скажи, блядь, на а где наезд вообще? Майка, блядь, хуй не стоит, нахуй. Я вам перетекст обязательно. А где она вообще есть? Нет уже, блядь. Уже третьи сутки не появляется тут, блядь. Я каждый день тут, я тебе вчера это... Вчера я... У черного телефон же есть, позвонили бы. Что я тебе вчера на Бутырске увидел. А, я коробочки искал там. Да. Кружки отправить. Нахуй нам не звонили, кстати. Вот.
Ребят, извините, пожалуйста. Перед всех говорю, что зачем нам не заявление писать. Я, наоборот, защищаю их, а, блядь, они мне нам не заявление написали, блядь. А где же она есть, блядь, интерес? Мусора мне ищут сейчас, блядь. Где она есть, интерес? Кос говорит, она в больнице. Вчера вроде она была утром, вчера кто-то говорил. 69-й. Это у нас здесь на Полежаевской, да? Нет. Или где? Сокольники? Медведка. А, Медведков? А куда ж Губа-то делся? Он в ту сторону пошел, не знаешь? Нет, Губа сейчас был. А, Горец, может, пошел? Да. Бля, мне нужен прям позарез. Губа, 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 шлеп. Тра-та, русский, тра-та-та. Ну так вот, Манька наша жжет. На Аслана, говорит, что заявление написал. Я вообще в шоке. Нету его здесь. Куда он может деться? Интересно, где в тепляш. Куда он мог деться? Ну ладно, сейчас найдем. И вот маску сниму нахуй. Маша, прикинь, за сюда чего? Чего? Майка, блядь. Кто тебя слил, Майя? Ничего. А? Чего на сюда чего? Я не понял. Заявление написал у нас. На кого? На мне, блядь. О, чего, здорово, здорово. Где ж Губа есть? Короче, мне Губа нужна. Маня, пидорас! Сама падала на шестой. Сколько ебалом, раз? Да. Сколько раз? В ботинках на четырех костях ты ползла к нам. Мы съебались от нее. Я говорю, а потом ее Валера, блядь, Губа одевал в голову. Как так получилось, я не знаю. Не, камера сюда. Почему он на меня заявление написал, блядь? Я что, блядь, долбоёб, что майку в руку поднимать, что ли? Она, блядь, как ходила. Меня спрашивают. Ты уговорил, ты это самое. Да. Угорал? Да. Блядь, Аслан, туда смотри. Куда? Нет. Она на листовую показывает. Ну, ушли с тобой. А что, я не понял. Мы с тобой зажали. Что ее подняли? И ушли. Типа заявление об изнасиловании. Скипались. Ну, пошли. Я хуй. Ее уже три дня здесь нет. Не на это. Опять съебался. Я всегда. Смотри, блядь, скажу. Я вам скажу, ребятки. Машки не трогай сюда. Во-первых. А во-вторых. Я вам расскажу, что не надо думать, что ее изнасиловали. Я. Тихо, ты, блядь. Тихо, блядь. Что, вы пьяные, что ли? Понятно. Ну, это хуйня. Да ладно, ты, Аслан, слышь, это, найдем, поговоримся, что там за херня, ну, пока не переживай. Вот, если мне, блядь, какое-то есть сомнение, я такого не буду говорить. Этот человек не сделал. Она на четырех ногах прямо ходила вот так. Да. Она в ботинке на руки одела. Да. Не, было... Ты еще смеялся, угорал. Нет, Сань, тебе смешно. Это было... Ни хера себе, какой смех. Ну, смех. Она не была такого. А нахуй она мне заявление написала? Ребята, бля, вот это я не понимаю, нахуй мне, блядь. Тут мусора ищет мне, блядь. Ладно, найдем.
Я сегодня на десятке ночью покатаюсь. Я тебе говорю, она как туда Тёма еще ебанула по башке трубой. Съебалась. Вот. И сейчас тишина потом. Вот сейчас то же самое. Заяву накатала, хуяк съебалась. Она уже 30 суток нет уже ей. Ну да, я тоже 3 дня не видел. Она вчера была. Ее утром, кто-то вчера утром видел ее. Вчера ее видел. Это дело времени. Вчера изнасилование, она что, мазок давала или еще что там? Ее он точно. Да хватит нам какой насилование. Теперь алименты будешь платить, Слава. Если залетело, то вы что будете? Это опасно, это чревато последствиями. Да, пойду, это надо губу найти срочно. Где он может быть? Нет у нас шестом. Вот мы только с шестом. Да, там белорус этот Валерка спит и все. Был внизу. Я майк изнасиловал. Блин, свисят, как их изнасиловать? Это опасно. Это, блядь, до какой степени нужно быть голодным, чтобы майку изнасиловать? Тем более изнасиловать. Это пиздец. Она сама прибегала ко мне под платформу летом. До какой степени нужно быть голодным? Раздевается там перед платформой. Раздевается до кого? Я сколько ко мне ныряю. Вот когда у нас Серега еще был, блядь, ну... Я говорю, ты что, ебанутый? Как я тебя ебать буду? Я лучше, блядь. Ну смотри, какой снег пошел. Запахан пиздушин такой. Там запахан один. Все, хуй падает сразу. Вот, просто. Я хуй так ебать нужно. Если ты выебал, я тебе пиздец. Ой, блядь, и смех, и грех. О, нашел пропажу. Да фиг, какая пропажа? Я спрятался. От кого? От слепника. А запах чувствуешь? Запах пиздец. Ну ничего, до понедельника, ребят, потерпите. В понедельник. Какой понедельник? Пойдем. Завтра уже его забирали. Нет, понедельник. Понедельник. Я вещи чистые все ему нашел на круг полностью. Кто-то завтра его нашел. Куртку? Да. Тебе пока нет. Пока я помню, тебе пока нет. Так. Валер, а ты можешь... А, ты уже привстал, я понял. Ничего. Сейчас я за кадром. Да. Вообще кошмар, ребята. Зима вернулась. Что это такое? Такое снежище. Так. Белорус Валерка у нас отдыхает, загорает. Тихий час у человека. Ну, можем приголоваться, поиграться там. Фантастику какую-то будет делать. Спасибо. Фантастику? Просто немножечко. Вообще такая погода. Хватит на по 100 грамм, ну и нахер. Морток, надевай семеро порток. Во-во-во-во, кстати, ну так вот, пощутись в Валерку. Ну, потом много нагад, особенно полицейский. Ну да. Ну, он что был виноват? Вот и я его сам лично отправлял. Ничего, дай бог, завтра будет тепло, завтра пойдем. Ага, сегодня уже отвечает тепло. Чем не, ну оно не холодно, ну видишь, это снежище такое, блин. А улица не очень. На улице ноль. Ноль. Он сразу так. Метель, да. Как раз со стуком освоили. Забрали. Первый раз. 128-й? Блин. Знаешь, за что? Я дал свою куртку. Валерку. Я остался в легкой. Ты что, спортсмен?
Да, из меня спортсмен, как из одного промокашка. Нет, конечно, спортом сам занимались в свое время, когда там. Ну да, ладно. Пойду я, короче, коробки эти искать для кружек. Да смотри, там, ребята, может там. Да я всех видел, я уже был ему. А, уже был? Да. Я тебя искал, мне с этим, с листочком. Они всегда, я думаю, угу. Понимаешь, фишки что. Ну, хоть не огорчаюсь, хоть огорчаюсь, мне побыть. Угу. Просто я им потом объясню. Почему-то Костика разыскивают. Ой, тут всех разыскивают. И Аслана разыскивают, и этих. Аслана, понятно. Маша написал, у нее заел. Я с Машей уже поговорил. Все, ладно, об этом это бред, мне даже не интересно это слушать. Про эту Машу. Здрасте. Все-таки решился приехать еще раз. Да. Ну это. Все. О, телефон. Да. Мой походу. В смысле? Ты прикал? А мою карту. Я не просил телефон искать тебе. Ты просто сказал, что. А какой у вас телефон был? Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Серьезно? Да, зеленого цвета. Я понял. На заставке три котика. Не, здесь другой. Можно я посмотрю? Конечно, можно. Сейчас я выключу съемку. А у вас тут что, типа блог, что ли? Ну да. ТВ Маэстро, подпишись. Да. Вот так вот. Внизу бы эту... В непонятку можно попасть, да? И телефон так отберут. Не, если можно, если хочешь, сейчас к полиции подойдем, они вот поэтому по QR-коду пробьют. Не, они по QR-коду пробивают, и все, да. Будет ясно, чей телефон. А, ну да, где она ходит? Заявление писал, нет? Там Слобни с моим телефоном ходит. Слобни? У нас тут нет никого Слобни. Что, типа завтра в 2 часа дня там будет? На первом? На том вестибюле, да. У нас Слобни никого нету здесь. Кто у нас Слобни? Есть. Кто? Но ты его не знаешь. И говорит, что сам сказал, что ищет хозяина телефона. А такой может быть. Что волосатый в очках. Телефон дал позвонить. А потом хрен дозвонишься. Ладно, все, разобрались. Нет, если Слобни. Помнишь, я тебе тогда сказал? Вот такой вот, друзья, сегодня получился неординарный день. Где-то шуточный, где-то позитивный. Но есть доля негатива, не без этого. Как всегда. Смотрите, пишите комментарии, ставьте лайкосики. Нажимайте колокольчик. Всегда ваш Александр Маэстро.